Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Обычно эти люди светлые, позитивные, добиваются нереальных высот в области философии, психологии, преподавательской деятельности и даже религии. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Люди с буквой «Ф» в имени часто в чем-то сомневаются. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Очень часто их глаза постоянно попадают на одну и ту же комбинацию цифр в разных местах, но им не следует этот знак недооценивать. Случайности в их жизни не бывает, об этом им стоит помнить всегда. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Внешний человек показывает практичность как ширмы для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Это имя мистическое, непредсказуемое. Люди с этим именем могут совершить поступок, который для нормальных людей может показаться полным идиотизмом. Но в своей душе они будут упорно уверены, что сделали правильно, и ничто их не сможет переубедить. Даже если они соглашаются с неправильностью действий, эти люди все равно останутся при своем мнении и будут жить с этим представлением до конца жизни. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Упрямство и завышенная самооценка мешает обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Дружелюбные, носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. Однако в работе проявляют незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Такие люди ради благих намерений могут решиться даже на ложь. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.